Ежедневный труд этих людей далек от кабинетов и офисов. Их рабочие задачи – найти, идентифицировать, обезвредить и уничтожить взрывоопасные предметы. В составе подразделения – саперы и кинологи с собаками. Ситуации, связанные с реальной опасностью, не прощают ошибок. Поэтому четко и накрепко отработанные действия отрабатываются на территории учебно-тренировочного центра. Здесь есть возможности воссоздать ситуации, в которых взрывотехникам приходится действовать. В этом году исполняется 320 лет со дня образования инженерных войск Российской Федерации. Инженерное обеспечение – это комплекс мероприятий и задач, выполняемых с использованием инженерных средств. Взрывотехники ОМОН регулярно занимаются на базе учебного центра, тренируют свои навыки по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов и при необходимости готовы незамедлительно выехать на место происшествия. После получения сообщения группа выдвигается на место обнаружения подозрительного предмета на специальном автомобильном комплексе для разминирования. В состав комплекса входят необходимые в работе технические средства. Первым обнаруженный предмет осматривает кинолог со служебной собакой. Служебная собака осматривает предмет и обозначает сигнальной позой наличие взрывчатых веществ. Для дальнейшего осмотра взрывотехник одевается в специальный костюм. Его задача визуально осмотреть и определить наличие или отсутствие взрывного устройства. Такое обмундирование защитит сотрудника от возможных поражающих факторов взрыва. В реальности ситуации, когда необходимо уничтожать взрывные устройства, встречаются в регионе нечасто. Но даже если случаются, можно быть спокойными. Сотрудники Росгвардии всегда начеку. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».